Доброе морозное утро, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала, уважаемые коллекционеры, любители истории старины. На связи канал «Что в старой шкатулке». Меня зовут Руслан. Всех приветствую. Всем мира, добра, хорошего настроения и крепкого всем здоровья. Сегодня, как я и обещал вчера вам, сегодня у нас новое интересное видео на канале «Что в старой шкатулке». Так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, мы начинаем. Давайте посмотрим, что же нам любезно предлагают выкупить для обзора. У нас сегодня елочные игрушки. Только на моем канале Новый год, круглый год. Вот такие вот советские елочные игрушки сегодня нам любезно предлагают выкупить. Давайте пробежимся, посмотрим, что же нам сегодня принесли. Итак, вот такой вот большой массивный колокольчик. Это первая игрушка, советская игрушка. Главное, что все цело, зацепы на месте, трубочка не битая. Вот такой вот красивый колокольчик. Витаминчики у нас сегодня. Вот такой вот огуречек есть. Сейчас мы его достанем. Вот он, огуречек. Смотрите, какой огуречек. Солененький, красивенький, нарядный. Немножко вот тут трубочка битая, но есть то, что есть. Старинная советская игрушка. Вот такое вот сердечко у нас. Это наша любовь к старинным вещам и антиквариату. Смотрите, какое красивое красное сердце. Тоже елочная игрушка, которая дарит нам новогоднее настроение. Большая массивная вот такая вот сосулечка. Смотрите, какая сосулька большая. Вся моя ладонь. Вот такой вот большой размер. Шикарная, красивая новогодняя игрушка. Ложим аккуратно. Итак, дальше у нас, смотрите, вот такой вот у нас старик Хоттабыч сегодня на канале. Смотрите, какая классная игрушка, не битая. Состояние отличное, все, краска сохранилась. Такая вот у него шикарная борода, смотрите. Вот такой вот у нас старик Хоттабыч, такой восточный мужчина в расцвете сил. Класс. Следующая у нас игрушечка. Вот такая вот пирамидка для деток. Смотрите, какая развивающаяся игра для наших молодых, самых маленьких телезрителей нашего канала. Смотрите, какая пирамидка. Красненькая, зелененькая, синенькая, все как надо. Зацепчик сохранился, трубочка не битая. Отлично, отличная игрушка для новогоднего настроения. А здесь у нас вообще вот такая вот красивая, шикарная, с таким вот дождиком. Вот такая вот завитулька здесь у нее. Целенькая игрушечка, красивенькая. Дальше у нас вот такие вот белые грибы. Вы помните, что я снимал белые грибы, недавно вернулся с отпуска. Вот я насобирал там очень много белых грибов. И вот у нас сегодня елочная игрушка. Вот такой вот белый гриб. Немножко краска слезла, но от старости. Потому что люди вешали на елочку. Конечно же, частично красочка ушла. Ну, ничего. Сейчас елочные игрушки собирают, коллекционируют. Очень много коллекционеров. На них очень большой спрос. Смотрите, какой золотой орех у нас для белочки. Ах, классная такая, вкусная, витаминная игрушка. Так и хочется попробовать ее на вкус. Золотой, золотой вот такой вот орешек. Грецкий орешек. Следующий у нас снова такой вот гриб. Лесной брат. Красненький такой, спелый, тоже уже созревшийся гриб. Из леса красивая игрушечка. Витамины у нас. Вот такая вот земляничка, клубничка. Вспоминаем лето, солнышко, витамины, хорошее настроение, приятное общение. Вот она, клубничка для варенья. Так что, кто делал варенье, напишите в своих комментариях, много ли баночек вы закрутили. Ну и вот такой вот Дедушка Мороз, Санта-Клаус. Ну, уже игрушечка современная, видите. Вот такой вот Санта-Клаус, который спешит к деткам на утренник. Вот такая вот интересная тоже игрушечка. Вот и все, ребята. Вот такие вот у нас сегодня игрушечки. Любезно предлагают выкупить. Я уже их выкупил. Заплатил я за них 30 гривен, потому что спрашивают, говорят, что я со сколько я покупаю, нужно говорить цену. Ну вот, пожалуйста, 30 гривен за все эти игрушки. Ну и вчера я выкупил вот такое вот музыкальное домино. Еще видите, музыкальное домино.
Вот коробочка сохранилась, советская коробочка. И здесь у нас вот костяшки домино. Но не хватает нас две, вы видите, две кости не хватает. К сожалению, может быть, кого-то есть, может кто-то захочет. Выставлю сегодня ее на аукцион. Пишите, кому-то может быть надо. С друзьями в подъезде или же там где-то на лавочке во дворе поиграть домино. Хорошая игра для хорошего настроения. Все, ребята, вот такое вот у нас сегодня коротенькое видео. На канале «Что в старой шкатулке?» я думаю, что вам понравилось. Не судите строго. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал. Все, буду бежать, потому что иду в гости к родителям. Был в отпуске, соскучился. И вот сегодня иду в гости. Все, ждите новых интересных видео и новых интересных обзоров на канале «Что в старой шкатулке?». Берегите себя, не болейте, одевайтесь тепло. Всем мира, добра и хорошего настроения. Всех обнимаю и крепко жму руку. Удачи, пока!